этом селе при рождении каждого ребенка родителям дают по 2000 долларов, оказывается. Там в их школе абсолютно все компьютеризировано, все электронно, весь документооборот. Есть три теннисные площадки, причем одна из них крыта. Я так поняла, что даже больше Кишиневской теннисной площадки. Вообще там все хорошо. 70 пенсионеров, которые проживают в этом селе, 70 пенсионеров, за каждым уход со стороны социальных работников. Для меня лично это было большим удивлением. Хотя бы для этого я бы поехала на эту конференцию, чтобы посмотреть, поучиться, узнать, обменяться опытом, перенять опыт. Слишком много денег концентрируется в центре, да, они не идут в регионы. Поэтому мы не... Вы сегодня были в этом селе, вы сказали, что вам понравилось село, как там инфраструктура. Ну, просто... дорогу вы видели, да? Куда? Я была просто шокирована, я повторюсь. Но дорога... Мы обязательно сделаем репортаж об этом селе. Если сейчас правительство Республики Молдова приедет на выездное заседание во Вдарму, проедется по этой дороге, потом проинвестирует 46 миллионов лей, необходимых для того, чтобы там отремонтировать два моста и всю дорогу, то, соответственно, это будет очень хороший пример для всех остальных регионов. Почему не Максимально 50 человек работает, пекарня в селе. Зал заседаний, в котором сегодня проходила конференция, больше, мне кажется, любого зала для свадеб и конференций в Кишиневе.